Сегодня 12 февраля. Мы на Золотых Песках. И сегодня у нас похолодало. Вчера у нас было плюс 18, а сегодня у нас минус 2 было утром. А сейчас у нас плюс 2. Дует сильный ветер. Поэтому, что у нас настала весна. Я уже снимала буквально на берегу и чуть ли не хотела купаться. Но теперь я уже передумала, и теперь погода преподнесла нам такой сюрприз. Вообще погода зимой в Болгарии очень теплая, но вот эти перепады температур бывают, ну, раз в месяц точно. То есть если 2 недели тепло более-менее, то потом начинается хотя бы неделя довольно холодная или дождливая, или как сейчас. Вчера шел дождь, а сегодня пошел снег. Поэтому вот такая у нас погода зимой.